Находимся в Италии. Так, куда же нам идти? Очень много разных обозначителей. Ага, в ту сторону. В данный момент там нужно в Казинини. Сюда. Фендеси Афитаси. Тишина, спокойствие и красота. Жалко, конечно, что нету нормальных дорожек у них. Приходится вот по проезжей части идти. А по сельской дороге не проедешь. Дороги, как видите, не самые лучшие, но когда кругом такая благодать, то вот на такое даже не обращаешь внимания. К тому же я заметил, что они очень как-то спокойно ездят. То есть соблюдают меру правил дорожного движения. Хотя думаю, что итальянцы немного другие, но это опять-таки в этом районе, где мы сейчас находимся. Это Фонтанелла, Казинини. Вот, и здесь еще что интересно, что здесь все только итальянцы. В деревне, в которой я живу, и рядом вообще никого нет. То есть чисто, ни одного иностранца, только итальянцы. Там чуть-чуть подальше, чуть-чуть поближе, конечно, есть, но именно где я нахожусь, никого нету. И в городах, естественно, тоже есть города уже, там Урбино, Падо, какие там еще были, этот Пизаро. Вот. Там, конечно, есть и русскоговорящие тоже были, и англоговорящие. Туристические места. Дождик пошел. Небольшой пошел дождь. Так вот, поворот за поворотом,
шаг за шагом. Проходит этап этого пути. Вот, и каждый шаг дарит новые ощущения, новые чувства, новые открытия. Такая вот жизнь. Коммуна ди аудитори. Приближаемся мы в Казинина. Казинина, Казинина. Казинина, Казинина. Тут у нас видите и футбольный мяч, и любые виды спорта какие-то показаны, не знаю. Что это означает? Может быть, это спортивный городок. Может быть, здесь готовят олимпийских чемпионов. Хотя вряд ли. Маленький городочек. Очень хороший воздух тут. И вообще есть в мире такие места, в которых хочется побывать. А есть места, в которых, когда приезжаешь, сидишь, находишься. Вот есть места, на которых хочется жить. Вот этот район Италии, где мы сейчас находимся. Фонтанелла, это Казинини. Это вот такое место, где на самом деле хочется жить. То есть все красиво так. Очень хорошие люди. И как-то такая атмосфера приятная, добрая. Сейчас и мотоцикл у него такой трехколесный. Так, с дороги, братва. Прикольно. Передвижники на мотороллерах разъезжают. Так, что у нас тут? Тут у нас какая-то кафешка, но она закрыта. Карбони. Или это не кафешка? Марко Карбони. А нет, не закрыто. Барчик, в общем. Пицца, естественно. Что там может быть? Пицца работает. Мы пройдемся еще. Так, друзья. Буду выключаться. Я так думаю, все-таки загляну я туда. Все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.